Я должен завести ребят из Говерада в парк Гризли, так сказать, на общественные работы. Главное не сходить с намеченных маршрутов и держаться группой. Если вы не будете следовать моим указаниям, я сниму с себя ответственность за вас. Естественно, здесь водятся дикие звери. Я не берусь утверждать, что кто-либо из нас выживет, оставшись один. И что же сделаете вы, увидев медведя? Если вы видите медведя, а он вас нет, уходите быстро и как можно тише. Нет. О, нет. Всем ясно? Да, сэр. Да. «Гризли парк». Воскресенье на ТВ-РУС.